Привет, друзья! Министерство обороны Израиля официально сообщило о поступлении на вооружение новой модификации танка «Меркава МК-4 «Барак». Первые танки получил 52-й танковый батальон 401-й бронетанковой бригады израильской армии. Анонс танка был до обострения ситуации в Израиле. Танк начали разрабатывать в 2015 году. Основные нововведения коснулись электроники. В танке «Меркава «Барак» внедрили новую систему управления огнем с компьютером задач «Махшев Месима», использующий элементы искусственного интеллекта. Компьютер в автоматическом режиме проводит идентификацию целей и распределяет приоритет по их уничтожению, выдавая на дисплей командира увеличенное изображение цели. При этом «Махшев Месима» самостоятельно определяет тип снаряда, подходящего для поражения противника, производит замер дальности до цели, вносит поправки для стрельбы и наводит пушку. Также танк подключили к автоматизированной системе управления боевыми подразделениями Torch-X в рамках концепции сетеоцентрической войны. В танке появилась система Iron Vision, позволяющая экипажу видеть все происходящее вокруг танка на 360 градусов. 46 компьютеров и десятки камер фиксируют движение, выявляют опасности и передают данные. Информация поступает в блок электроники, закрепленный на командирском шлеме, и после обработки в виде проецированного изображения выдается на небольшой экран перед глазами танкиста, как в очках дополненной реальности. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.